Украина! Украина! Шановні співгромадяни, шановні друзі, справжні герої цього зібрання – це не депутати, це не я, це не ці генерали і полковники, до речі, я старший сержант тут тільки, а це ви. І щира подяка кожному з вас, тому що і вам, тому що ви перші за ці роки, які минули після Майдану, показали, що ми не втомились, що ми є, що ми прийдемо, коли треба. І більш того, ми займемось їм всім і всім і доведемо нашу справу до перемоги, до кінця, до їх кінця і до нашої перемоги. Знаєте, в ці дні я багато чув, що цей гастрольор нас навчає, ми тут самі з усами. А якщо вони такі сміливі? Почему вони, хто в париках ходив в Верховну Раду? Хто з приклеєними усами останні дні? Хто, а всі ходили через підземні ходи, як криси і виходи? Это не те ли случайно великие полководцы, которые обещали расстрелять на Шигине, когда мы приедем, а сами через подземный ход. Вот такие они смелые. И поэтому у нас позитивная программа. Тут только что выступал Степан Инкович Хмара. Первый раз. Я был на его митинге, мы вспоминали, то ли был 89-й, то ли 90-й год у тогдашнего министерства иностранных дел. Тогда я был простым студентом, он тогда был уже великим деятелем. Но я думаю, вы думаете, что мы профессиональные протестанты, мы, каждый из нас, который здесь, что нам нравится бегать по улицам, что нам нравится там кричать лозунги, что нам нравится стоять под зданиями, когда они сидят там теплее и получают миллионы и миллионы и миллионы долларов. А про люди сюда пришли, у которых вообще у многих ничего нет, кроме совести, порядочности и правильно прожитой биографии. Нет, конечно, нам хочется наконец-то построить нормальную Украину. Нам хочется вывести ее на правильный путь, потому что они сразу, после Майдана мы выехали, сразу завели ее в кувет, и страна погрязла в болоте просто. И все глубже тонет в этом болоте. Поэтому мне кажется, что поскольку вы решили остаться, то нам надо говорить и о позитивных вещах. Говорить о том, какую Украину мы хотим видеть, как она должна быть построена, какие должны быть экономические планы, социальные планы, какая должна быть социальная защита, какие должны быть тарифы, как снизить нам их грабительские тарифы, как избавиться от олигархов. Это должна быть территория свободы и мысли, и свободной украинской мысли. Это сейчас главное. Потому что, если они хотят людей без интеллекта, вы их здесь не найдете, они за этими стенами. Если они хотят людей без совести, вы их здесь не найдете, их полно там. Если вы хотите людей, которые ненавидят Украину, они все там, но не тут. Тут есть патриоты, тут есть люди, которые все зроблят для того, чтобы Украина выдвулась. Я разом с вами. Они меня называют гастролером, но на самом деле я единственный из них, который не только не собирается, то есть в отличие от них, уехать сейчас на Сейшелы, на Париж, на шопинг или там куда-нибудь. У меня даже паспорта нет, чтобы куда-то выехать. Но я гораздо больше гражданин, чем они. И гораздо больше Украине, чем они, которые ненавидят Украину и ее уничтожают. Потому что когда они говорят, куда грузин, Георгий Лонгадзе был грузином, но он был больше украинцем, чем любой из этих Розенблатов и Кононенко.
российские офицеры, которых я знал лично, которые погибли на Донбассе и продолжают там сражаться, они грузины, но они гораздо больше украинцы, чем любой из этих мразей Березенко, которые сегодня там ходили как крысы по коридорам. На Майдане Небесной Сотни погибло два грузина. Я одного из них, Давида Кипиани, когда я уезжал, потому что меня Янукович выдворил с Майдана, я его попросил вместо меня остаться. И он бы, наверное, погиб вместо меня там. Но я хочу сказать, так же, как много других людей, но я хочу сказать, поэтому из-за их памяти, из-за всех, мне легче умереть, чем вас подвести. Но мы не будем умирать. Мы будем жить, а они будут, они подвинутся и дадут нам жить, дадут народу жить. У нас есть великие планы. До сказки они рассказывают, что нельзя це справа не на часы, це на роки, треба нам багато попрацювати. Так кого они разводят? Все, о чем мы говорим, можно было принять за 3 часа. Когда нужно было генерального прокурора, они за полдня. Когда нужно было закон про Донбасс, который должен обеспечить, правильно сказал Хмара, продление срока президента еще на 8 лет, они его за 24 часа. Когда нужно законы, которые нужны вам, цена не на часы, цена в руки. За 5 сессионных недель надо, можно все поменять. За 70 дней Украину можно не узнать. За год можно вообще когда-то забыть, что они когда-то существовали и жить нормальной жизнью европейской страны. Чем наши пенсионеры заслужили меньше, чем польские пенсионеры или чешские? Чем наши граждане должны, молодежь должна иметь меньше перспективы, чем граждане Литвы, Латвии, Эстонии или той же Грузии? Да ничем. Только единственная проблема. Не повезло вот с этими. Не повезло. Не только с этими, а с этим, потому что только что Свеста осталось 3 раза меньше полиции, они кинулись защищать его, потому что этих уже нет. И я так считаю. Я был президентом. Я знаю, что такое ответственность перед народом. И не, я хочу сказать, не всегда я был на высоте, конечно. Я помню и горькие моменты, и падения, и взлеты. Но одно знаю. Никогда я ничего не взял у своего народа. И никогда не буду терпеть тех людей, которые обкрадывают свой народ, и никогда с ними не договорюсь. И я это им твердо обещаю. И знаете, в чем наша самая большая победа сегодня, в эти дни? Все очень просто. Мы держали его напряжение. И он дрожал. Я хорошо знаю, он трус. И он дрожит уже 3 дня. Это главная победа. И не надо дать им очухаться. Потому что все, что они здесь сделали, не надо садиться и играть на перстки. Не сработает. В их игры не сработает. Перекидывать Конституционный суд, это не я, это как Рада. Рада говорит, это не я, это Конституционный суд. Конституционный суд скажет голова, так це не мы, у нас не вистачает судей. Это фарс, фарс. Это фарс и игра на перстки. Они играют на перстки. Мы умнее, чем здесь. Вы когда на улице пройдете у себя дома и увидите, раньше они ходили, там, в 90-х годах ходили там по левому берегу, там где я жил. Сидели там, на перстке играли. Я никогда не садился, и вы, наверное, не садились. Так какого черта мы с ними будем садиться играть? Кто хочет себя убедить, что можно сорвать джекпот, пусть продолжает дальше играть. А мы будем идти прямо мимо них, не замечая их, переступим через них, отступим их и все равно пройдем дальше. Поэтому мне кажется, что спасибо всем вам. Если нужно, я обеду опять и будет это нужно. Всю Украину. Мы дойдем до каждой студенческой аудитории. Мы дойдем до каждой группы. До вкладчиков банков, которых обдурили. До людей, которые страдают от неправильно посчитанных пенсий. До людей, которых вынуждают просто все бросить, продать и уехать за границу.
Мы дойдем до людей, до брошенных хатошников и до людей, которым страна должна все, но не дает ничего из-за этой власти. Мы дойдем до каждого региона. Я не устану и надеюсь, вы не устанете. Я сказал, когда тут все говорили, все, мы устали. С самого начала я сказал, даже если бы я остался один поле, но в него, но я сражаюсь до конца. Но мы не одни, нас очень много. И нас будет все больше, и больше, и больше. И более того, когда мы победим, мы эту победу никому не должны отдавать, потому что уже два раза побеждали, два раза перед носом у нас увозили победу. Я хочу поблагодарить и наших депутатов. Они разные. Разные темпераменты. Кто-то хочет закрывать амбразуру, а кто-то хочет быть более таким. Но, по крайней мере, они порядочные. Это хорошо. По крайней мере, они стали все вместе. Никогда после Майдана столько разных политиков не стояло вместе. Это хорошо. Это очень хорошо. Я один из их, но главное, мы все одни из вас. Не имеет значения. Я никак, нигде, я ездил во многим саммитам, я знаю многих государств, действующих и бывших. Нигде я не получал столько удовольствия, как когда я хожу среди вас, пожимаю ваши руки, смотрю вам в глаза, потому что я действительно знаю, это тот народ, вместе с моим грузинским народом, за которого я готов до конца сражаться и вместе с вами побеждать. И на вас полагаться. И у нас все получится. Знаете, столько нервов потратил Порошенко за последние? А знаете, почему потратил много нервов? Потому что еще больше потратил денег. На подкуп этих. Потратил денег на полицейских начальников, чтобы их лучше контролировать. Не этим ребятам, а им начальникам. Потратил деньги на отдельных политиков, блогеров, парохоботов, чтобы они на нас... всякое лайно выливали, но не получится. И он потратит, и ему придется еще больше потратить, пока не придем и все деньги у него не заберем. Поэтому я обещаю властям много проблем, много нервов, много потраченных денег и попусту потраченного времени. А нам всем обещаю мирные, спокойные, организованные, законные победы и нормальной жизни. Мы вместе этого добьемся. До встречи, и мы продолжаем борьбу. Все только начинается, но она... будет идти быстро, мирно, спокойно и до победы. Дякую всем. Дякую. Слава Украине! Я знаю. А я... Валя!